Всем привет! Вы на канале Бейблейдер, и сегодня у нас будет турнир 5-го сезона среди вас, подписчиков. Давайте кратко объясню правила. Сражаться можно бэйми до 6-го сезона. Бои идут до 2 очков на стандартной арене Такаратоми. За взрыв дается 2 очка, за выбивание дается 2 очка и за последнего выжившего 1. Начинаем! Вот и первые комбинации. Кстати, они обе 4-го сезона. Начинаем. 3, 2, 1, вперед! Смотрим. Тоже победит. Бой идет прям не на жизнь, а на смерть. Рок Драгон подпрыгивает. Но Сприган все хочет его уже побыстрее давить. Они оба замедляются. Рок Драгон шатается. И Сприган побеждает в первом раунде. 3, 2, 1, вперед! Ох! И Сприган закончил бой выбиванием с ринга. 3-0, побеждает Сприган. Следующая комбинация. Гипериан и Люцифер. Обе довольно страшные. В один вперед! Гипериан наносит сильный удар. Справится ли Люцифер? Смотрим. Ох! И взрывной финал. Следующий раунд переходит в Гипериан. Обе следующие комбинации выглядят очень красиво. Одна темная, прям Сприган, а вторая прям Вайврон какой-то синий. Кстати, опять-таки была допущена ошибка. Шасси Лонжинуса не получится поставить на правосторонних из-за того, что оно было очень острым. 3, 2, 1, вперед! И мощные удары! Какая атака! Смотрим, кто же побеждает! И в первом раунде побеждает Вайврон. 3, 2, 1, вперед! О! Сприган вылетел из ловушки, не коснувшись земли, и выбил Вайврона в нее же. И победил со счетом 2-1. А вот и следующие комбинации. Феникс и сильный Сприган. Кстати, они оба на мощных драйверах. 3, 2, 1, вперед! Смотрим. Феникс начинает ездить. Опасно! И у него вылетает рамка. Он начинает на последних оборотах все еще крутиться. Это дрифт. Полнейший токийский дрифт. Смотрим. Сейчас будет финал. Все решится. И побеждает в первом раунде Феникс. 3, 2, 1, вперед! Но второй раунд для Феникса был не таким успешным. Он разорвался, и от него осталась только лишь рамка. А вот и следующая комбинация. Здесь у нас была допущена ошибка, потому что нельзя ставить овер драйвер от Проминенс Феникса, потому что это бэй из 6-го сезона. Так что нет. Я решил поставить ему драйвер, который как бы как у Проминенс Валькирии, и диск, который мне попался под руку. 3, 2, 1, вперед! Смотрим. Бой у нас идет стандартный на выносливость. Ох, как мощно рамкой подбил Феникс. Рамку убираем. Кто же победит? Обе комбинации довольно хорошо себя ведут на этой арене. Смотрим. И побеждает мастер Сприган. 1-0. 3, 2, 1, вперед! Феникс в этот раз решил поатаковать. Может быть не зря, может быть и зря. Кстати, рамка сама улетела. Смотрите, мастер Сприган замедляется, а Феникс ускоряется. Или сейчас все станет наоборот. И
побеждает у нас мастер Сприган. А вот и следующие комбинации. И опять в одной из них допущена ошибка. А именно в этой. Здесь написали Destroy Metal. Но Destroy Metal вышел только в 6-м сезоне. Так что я поставил стандартный Destroy. Также и в этом тоже была допущена ошибка. Очень много ошибок. В оригинале здесь должен был бы стоять Wolf Dash. Но он вышел только в Hello Kitty. Так что мы не берем Revolve Dash, а берем стандартный. 3, 2, 1, вперед! И у нас здесь сокрушение. Драгон подлетел и сразил нашего Соломона. Вот и следующие комбинации. Это Фафнир и Гелиас. Они обе очень хорошо сделаны. И нет ошибок. Наконец-то. 3, 2, 1, вперед! И у нас сразу выбивание с ринга. Побеждает Гелиас. Ребята, в этот раз нам немножко не хватило участников. А я хотел, чтобы участвовали все, кто написал свои комбинации. Поэтому пришлось сделать две дополнительные, от меня и от Андрея. Ну что, ребята, давайте проверим, чья комбинация победит. Погнали. 3, 2, 1, вперед. Смотрим. У нас тут интересное столкновение. И мне кажется, я знаю, кто победит. Это будет Гипериан, наверняка. Или все-таки Луино. И у нас побеждает ничья. 3, 2, 1, вперед. И выбивание с ринга. И побеждает Гипериан. Вот и четверть финала. Это у нас Сприган и Гипериан. Давайте начинать. 3, 2, 1, вперед. И у нас сразу же выбивание Сприга. Побеждает Сприга. А вот и следующие участники. К сожалению, у них были одинаковые чипы, но у меня не было двух Сприганов. Поэтому я решил переставить и взять одинаковые чипы дьяволосов, чтобы уравнять шансы на победу. Погнали. 3, 2, 1, вперед. И у нас почти сразу побеждает мой любимый Дес. Вообще Дес Сприган, но сейчас у нас Дес Диаблос. По поведению он ведет себя почти как настоящий Сприган. Он умеет и защищаться, и атаковать. Так что очень прикольная комбинация. Ну что, ребята, вот и следующие комбинации. Погнали. 3, 2, 1, вперед. Ой, какие мощные удары. А Драгон, наоборот, начинает замедляться. Прям как в аниме, кстати, смотрите. Сприган переполняется энергией и начинает замедляться. Из-за нее же. Сейчас будет финал. Посмотрим, кто же победит. И в первом раунде побеждает Сприган. 3, 2, 1, вперед. Смотрим. Ох, какие яростные удары. Хотя бой уже заканчивается. Победит более выносливая комбинация. Смотрим. И побеждает Сприган со счетом 2-0. А вот и следующие комбинации. Смотрите, какие они защитные, выносливые, атакующие. Вообще, все сегодня есть. 3, 2, 1, вперед. Смотрим. Так, моя комбинация начинает замедляться. Это плохо. Смотрим. Гелиас атакует. Не дает шанса. Но он тоже начинает замедляться. Это тоже плохо. Смотрим. И побеждает в первом раунде Гелиас. 3, 2, 1, вперед. Так, две
уже прошла трансформацией? Потому что он сразу же щелканул. Или нет? Я понял. Это специальные лопасти Люцифера работают. Давай! И побеждает Гелиас со счетом 2-0. И сейчас полуфинал группы Б. У нас здесь Лорд Сприган против Спригана. Дэн Спригана. Погнали. 3-2-1, вперед! И почти сразу у нас выбивание с ринга. Побеждает Дэн Сприган. Ну и вот и следующие полуфиналисты. У нас здесь Гелиас против Спригана со слоем Дьяволоса. Погнали. 3-2-1, вперед! Ох, почти выбивание с ринга! Гелиас держится! Хотя такие мощные удары! Смотрим, кто же замедлится и проиграет. Обе комбинации умеют забирать энергию. И чуть-чуть побеждает мастер Сприган. 3-2-1, вперед! Но сейчас вы видели, какие мощные удары! Гелиасу невероятно повезло. Он вылетел в ловушку и на последних оборотах из нее вылетел. Вот это бой! 2-1. Побеждает Гелиас. Ну что, ребята, вот и финалисты группы Б. Они переходят в финал, который я запишу отдельным видео. Ну а сейчас всем пока и до скорых встреч!